Приветствуем на Gesit.com. Лето – жаркая пора не только для людей, но и для их компьютеров. Поэтому в данный сезон вопрос выбора термопасты стоит как никогда остро. Текущее видео поможет вам ознакомиться с рядом присутствующих на рынке смесей и выбрать самые достойные из них. В этом выпуске познакомимся с Arctic MX2, Arctic Silver Ceramic 2, Atcom Stars 420, Deepcool Z3, Z5 и Z9, Jember TG G1501, Side Thermal Elixir 2 и Thermal Grizzly Crynut. Ну а теперь давайте перейдем к знакомству с этими пастами и посмотрим, какие из них наиболее предпочтительны для использования в столь знойный период. В ассортименте компании Arctic присутствуют две похожие термопасты – Arctic MX4 и несколько более доступная MX2. 4-граммовый тюбик первой стоит порядка $6, второй – около 5. Следовательно, с точки зрения эффективности мы можем ожидать небольшого разрыва в пользу старшей модели, что подтверждают и заявленные производителем показатели тепловой проводимости. К нам попал более знакомый 8-граммовый тюбик Arctic MX2, который можно найти в продаже всего за $6-7. Субъективно, вязкость термоинтерфейса Arctic Cooling MX2 можно оценить как среднюю, что указывает на легкое его нанесение. При удалении смеси также не наблюдалось никаких трудностей. Термопаста Arctic Silver Ceramic 2 состоит из трех элементов – оксида цинка, нитрита бора и оксида алюминия. Такое сочетание позволяет говорить о хороших диэлектрических свойствах, что, впрочем, характерно для многих современных термоинтерфейсов. Производится данная термопаста в США, что отразилось на ее стоимости. 2,7 грамма смеси на нашем рынке обойдутся в $8. Из-за высокой вязкости ее достаточно сложно намазывать, но стереть данную консистенцию можно без особых трудностей. 1,5-граммовый тюбик термопасты Atcom Stars 420 обойдется вам всего лишь в $2. Она содержится в шприце, что довольно удобно и позволит применять ее несколько раз. Поскольку цена небольшая, то и теплопроводность данной смеси довольно низкая. Средняя вязкость сопутствует достаточно удобному нанесению данного термоинтерфейса на охлаждаемую поверхность. При этом он имеет интересную особенность – едва заметное выделение черного вещества. В арсенале компании Deepcool присутствуют три термопасты – Z3, Z5 и Z9. Все они поставляются в шприцах, которые вместе с карточкой либо лопаткой для намазывания упакованы в блистеры. 1,5 грамма смеси Deepcool Z3 обойдутся вам в $3. Она отличается сравнительно невысокой теплопроводностью, но данное значение соответствует уровню других доступных термопаст. Смесь является достаточно жидкой, благодаря чему она легко наносится, а сложность снятия можно оценить как среднюю. К особенностям пасты можно отнести характерный запах и выделение черного вещества. Впрочем, после размазывания она становится однородной. Тюбик с термопастой Deepcool Z5 стоит немного дороже, зато в нем содержится уже вдвое больше смеси – 3 грамма. Поэтому такая покупка является более выгодной, да и сама паста обещает быть несколько эффективнее. Более высокая ее теплопроводность стала возможной благодаря применению в составе 10% оксида серебра. Что касается удобства нанесения, то здесь все аналогично младшему решению, вплоть до наличия специфического запаха и выделения черного вещества. Старшее решение получило название Deepcool Z9. Как и в случае с Z5, в упаковке содержится 3 грамма вещества, но стоит оно при этом едва ли не вдвое дороже. Паста отличается заметно более высокой теплопроводностью, чего удалось достичь увеличением доли оксида серебра до 20% и других металлов до 50%. Данный факт заметно отразился на консистенции пасты, она является более густой, при этом легко наносится и удаляется. Тюбик Jember TG G1501 обойдется вам в $1,5-$2, а вдвое больше объем пасты стоит всего $3. За эти деньги вы получаете термоинтерфейс с весьма высокой заявленной теплопроводностью, что несколько озадачивает, ведь данные показатели характерны для значительно более дорогих решений. Впрочем, реальную эффективность смеси нам еще предстоит проверить. Всего 20% состава пасты представляют оксиды металлов, поэтому она получилась очень жидкой. Данный факт сопутствует ее легкому нанесению, а вот сложность удаления совершенно не отличается от других решений. Side Thermal Elixir 2 на данный момент единственный представитель японской компании в сегменте термопаст, доступный в розничной продаже. Создатели советуют применять его в различных системах охлаждения, ведь используемая в составе гибридная технология позволяет достичь очень хорошей теплопередачи. Откровенно говоря, показатель теплопроводности не самый высокий, но, как показывает практика, только тестирование сможет показать реальную эффективность той или иной смеси. Термопаста Side Thermal Elixir 2 имеет среднюю вязкость, поэтому ее нанесение достаточно простое, да и удаление происходит без приложения особых усилий.
Термопаста Thermal Grizzly Cryonaut разрабатывалась в Германии для использования в критически важных промышленных системах охлаждения или при оверклокинге. При этом ее отнюдь нельзя назвать доступной. Стоимость 1 грамма смеси равна $8. Из-за высокой вязкости наносить пасту довольно сложно, но удаляется она очень легко. Для тестирования термопаст мы использовали кулер Noctua NH-U14S и нагревательный элемент мощностью 300 Вт. Температура последнего замерялась в двух режимах работы вентилятора – 600 и 1450 оборотов в минуту. Сейчас мы расскажем о возможностях 9 последних протестированных термопаст, но в конце видео вы также можете ознакомиться с результатами других смесей, ранее побывавших в нашей тестовой лаборатории. Итак, термопаста Arctic MX2 несколько дешевле Arctic MX4, поэтому мы ожидали от нее немного меньше эффективности и не ошиблись. Правда, разница между ними невелика, и для большинства пользователей именно более доступной версии будет вполне достаточно. Во время применения Arctic Silver Ceramic 2 хотелось бы получить более низкий нагрев, ведь речь идет о довольно дорогом решении. Пока же данная смесь показала лишь средние результаты. Atcom Stars 420 – это очень доступная термопаста, поэтому и результаты ее тестирования вряд ли впечатлят. Тем не менее, ее показатели заметно лучше той же KPT-8, да и в целом разница в 6 градусов относительно лидеров во многих системах будет не критичной. Модельный ряд компании Deepcool включает в себя самые разнообразные решения. Наиболее доступными являются Deepcool Z3 и Z5, которые весьма похожи между собой, но небольшой перевес по эффективности все же на стороне второго. А вот Deepcool Z9 заметно отличается от них по стоимости, что отразилось и на эффективности. Паста заняла почетное место в верхней части диаграммы. Хотя производитель указал весьма высокий уровень теплопроводности Jembert TG-G1501, на самом деле данная термопаста по эффективности оказалась даже хуже, чем KPT-8. Соответственно, она подойдет лишь нетребовательным пользователям, которые не планируют устанавливать мощные процессоры и проводить какие-либо разгонные эксперименты. Результаты Side Thermal Elixir 2 получились совсем другими. При относительно невысоком заявленном уровне теплопроводности, на практике она стала одним из лидеров данного сравнения. Так что японский производитель теперь может порадовать нас не только высокоэффективными процессорными кулерами, но и предоставить к ним соответствующий термоинтерфейс, позволяющий самым лучшим образом раскрыть их потенциал. Thermal Grizzly Cryonaut также попала в список лидеров. Она действительно хороша, но цена в $8 за 1 грамм все же очень высокая. Возможно, в определенных условиях данная смесь может показать себя еще лучше, но в нашем тестировании ее результаты близки к более доступным решениям. Например, той же Deepcool Z9 или Arctic MX4. По итогам тестирования можно отметить, что заявленная производителем теплопроводность той или иной смеси позволяет сравнивать ее эффективность с другими решениями только внутри модельного ряда, но не больше. Для сопоставления паст от разных изготовителей в действительности необходимо тестирование. Если говорить о какой-то явной зависимости от субъективных показателей, то обычно более доступные решения заметно уступают по эффективности дорогим. При этом цена может отличаться едва ли не в 10 раз, поэтому мы советуем по возможности избегать откровенно дешевых предложений и не тратиться на чрезмерно дорогостоящие, особенно если вы не занимаетесь экстремальным оверклокингом. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Но если вам интересно узнать наши впечатления о ранее протестированных термопастах, тогда не спешите закрывать видео. Итак, Акаса AK455 является уверенным середнячком. При этом ее показатели все ближе к топовым решениям, чем к сверхдоступным КПТ. Еще несколько лучше показала себя другая смесь от данного производителя – Акаса Pro Grade 460. Arctic MX4 демонстрирует отличные результаты, благодаря чему она оказывается в числе явных лидеров, немного опережая младшую Arctic MX2. Термопаста Balance Stars, как видно из диаграммы, не может конкурировать с дорогими высокоэффективными составами. Данный факт немного смущает, ведь производителям заявлен высокий показатель теплопроводности. Весьма хороший результат в обоих режимах продемонстрировало решение Be Quiet DC1. Впрочем, от известной немецкой компании мы и не ожидали другого. А вот Cooler Master HTK002 является наиболее доступным решением от производителя. К сожалению, данный факт соответствующим образом отражается и на конечных результатах. Похожие показатели характерны и для термопасты Cooling Chilloramic. К сожалению, сверхэффективных показателей от данного термоинтерфейса ожидать не стоит. Чрезмерно дешевая CHB NIX HC131 с самого начала не внушала особого доверия. Наши подозрения о низкой теплопроводности смеси подтвердились в процессе тестирования.
Dow Corning TC5121 на данный момент является лидером нашего рейтинга. Жаль только, что найти данный термоинтерфейс в розничной продаже довольно сложно. Средние результаты показали термопасты Gelit GC Extreme и Gelit GC Supreme. Лишь немного выше расположилось решение от австрийского производителя Noctua NT-H1. Теплопроводящая паста Sight Silmour SC200, поставляемая в комплекте с процессорными кулерами, явно отстает от лидеров тестирования. То же самое можно сказать и о термоинтерфейсе Silverstone от кулера Heligon SST-HE01. Смесь Thermalright Chill Factor, идущая в комплекте с TrueSpirit 120M, показала средний результат. При этом она является одним из самых эффективных решений, поставляемых системами охлаждения. А вот Thermalright Chill Factor 3, как и обещал производитель, заметно лучше своего предшественника. Показатели доступной Titan Nano Gris находятся как раз посередине между недешевыми лидерами и сверхдоступными решениями, замыкающими рейтинг. Zalman ZM-STG2 является единственной термопастой производителя, доступной в розничной продаже. Как мы убедились, именитая компания позаботилась о хорошей эффективности данной смеси, о чем говорит почетное место в верхней части диаграммы. Откровенно бюджетные решения КПТ-8 и КПТ-19 отстают от лидеров рейтинга приблизительно на 10 градусов. В ряде случаев и их будет вполне достаточно для удержания температуры компонентов в пределах нормы. Но мы все же советуем по возможности использовать более эффективные решения, что позволит несколько снизить температуру или же шумовой фон при аналогичных температурных показателях. При выборе между КПТ-8 и КПТ-19 более предпочтительным, согласно полученным результатам, выглядит именно первый вариант. Ну а теперь уж точно все. Надеемся, данный материал был для вас полезным. Если так, ставьте лайк, а мы в свою очередь постараемся подготовить для вас продолжение тестирования с участием других термопаст. До новых встреч!